Вот центр Софии. Исторический, Русская улица. Вот здесь стоял, где шатер, там был мавзолей Тодора Живкова. Георгия Димитрова. А, Георгия Димитрова, да. Вру. Вот любимый родной ЦК КПСС. Надо цветы возложить. Ну тут это сзади. Вот резиденция президента. И администрация тут находится. Вон на входе стоят. Ну, коридор, коридор. Так. Вот синагога. Видишь синагогу? Вот та черная, что ли? Да, с черной крышей. Не похожий. Нет, так не похож. Как раз там звезды еврейские. Вот древние термы, старые, вернее. И вода идет горячая, минеральная. Прямо из земли уже, со времен римлян. Чудеса да и только. Люди набирают воду. Но бани уже не действуют, только воды набрать можно. Или это историческое здание. Отсюда мечеть можно. Совета министров и парламент набрать. Ну, правда, тут только офисы их нет. А сам парламент, он дальше, я тебе показал. Мы сейчас... Они что, знали, как она выглядит? Ну, я не знаю. Делали, как могли бы. О, интересно. Это какой год-то? Четки знает, в 6-7 веке я не помню. Понятно. Вот древнеримское поселение. Термы, вернее, бани тут были. Люди мылись, уже были продвинутые технологии. Очень. Вот это вот еще после войны, Второй мировой, при Живкове и до, вернее, Живкова восстановили, как это все было при римлянах. Очень интересно. Прямо в самом центре Софии, практически напротив Совета министров. Очень интересно. Вообще. Вот театр народный, а вот это налево Министерство обороны. То есть люди в погонах повышали свой культурный уровень, не отходя от дома, можно сказать.
Вот бывший царский дворец. Национальный художественный галерей. Теперь национальный художественный галерей. Ну, царь имеется в виду болгарский. Люба? Да. Болгарский царь здесь жил, да? А это отец того председателя Совета Министров по предыдущим правительствам. Ну, я скажу, для царя...